Ну понял я как-то. Тут где-то рядом со мной один находится. Ой, пизда круглову, пизда. Вот именно. Угу. Пизда круглого. Да и мне пизда. Хорошо, придется загрузиться от другого сохранения, видимо. Знаешь, что там волкодав остался? Просто оттуда сейчас ребята пойдут. Вроде как должны идти оттуда ребят. Динамиты. Прочая ерунда. С них прям 100% дроп. Трудный мужик. Это возьмем, прикольная пушка. Кстати, у него натовские патроны или что? У него вообще нет патронов. Интересно. У меня на интер есть тайники? Да. Ну что? А, это все задания, найти фамильные рычаги и прочее. Будем брать пушки, чтобы получать с них патроны. Ибо они нам очень нужны. Они без патронов, оказывается. Даже все ученые выжили. Вы представляете вообще такой исход боя себе? Я не очень. А где мужик с базукой? Который здесь всегда был. Так, мы не пойдем к Круглову, мы сделаем чуть проще. Для себя и для всех. Потому что к нему нет смысла сейчас идти. Сейчас пойдем и уничтожим тех, кто на стройке находится. Ибо нехер. Зачем они нам интересны? Я не знаю. Сейчас, секундочку, ребят, извините, если услышите странные звуки. Так, надо убить вот этих вот чуваков, которые там находятся, потому что они нам помешают. Тут где-то должен сидеть один хреноплет, вон там вот. Потому что, когда мы пойдем сюда с Кругловым, лучше иметь зачищенное помещение, чем помещение, в котором куча врагов. Один враг имеется. Одного врага убили, хорошо. Теперь осталось еще куча врагов. Мне жалко такую гранату. Жизнь свою не жалко, а гранату жалко. Это вон там должен быть враг один. Пипец! Я тут не успел бы прицелиться, даже не будь у меня прицела. Ну ладно.
Блин. Местность играет за них. Ибо их ни хрена в этой местности не видно. Они как в стелсе. Вот ёперный театр, что ж такое? Пулю не туда пустил, меня так же убил с одного патрона. Так, хорошо. Я знаю, где находится наш друг. Поэтому нам будет проще. Вот где последний друг находится, я не помню. Если быть честным. А нет, помню вроде. Вот он, наш последний друг. Хорошо. Тайники с них дропаются, как будто они какие-то, не знаю, бароны по тайникам. У них прям второй, каждый второй тайник с них. Ну вот я же сказал. Так, теперь мы сходим, во-первых, тайник пока не будем убирать. Сходим и убьем вот этих вот. Они тут имеются, или они спавнятся? Внимание, здесь сталкеры! Нет, они не спавнятся, они имеются сразу. Тут же еще у нас друзья сидят. Давайте посмотрим, сильно ли хуже вот эти патроны. Ух, ядрить. Ух ты. Я вижу, вообще крутой. Я пока перезаряжался, тут уже нужно снимать прицел, потому что мне не в кого целиться, я в упоре нахожусь. И мне сейчас нужно его снять. Пока я целюсь, я трачу драгоценное время. Называется. То есть, получается, как будто я обожаю умирать. Чё, друг? Умазал меня так по-жесткому, братан. Хорошо. Зачем я использовал бинт, скажите мне, пожалуйста. Так, где у нас прицел? Так, теперь. Ох, сколько у тебя там динамитов прям разных выпало. Хорошо. Надо обычные, не хочу эти патроны. Не хочу тратить драгоценные мне патроны. Пусть лучше эти будут, пусть дамаг будет с двух патронов вливаться, но не с одного, но тратить я их не буду. Он за блоками, да, находится тайник? Ну да. Где-то тут вот, среди блоков. Угу. Угу. Два дикобраза. Ярая пустышка и 30 патронов. Неплохо. Неплохо. Есть у нас тут еще тайники? Можно пока по этой области ходить, то есть пока нам ничего не мешает. Кстати, я не советую вам это сразу идти и проходить задание на дробовик или на точку. Кстати, тут может быть кровосос, поэтому лучше мы обойдем на дробовик или на что-либо другое, потому что там стоит аномалия, которую я не помню, как проходится, но я думаю, вы, может быть, кто-нибудь из вас знает, поэтому вам будет проще. Но, собственно, эта аномалия, чтобы надо знать, как проходить, чтобы вас не выкинуло далеко, а так вас выкинет очень далеко. Даже с этого упал тайник. Сталкер, помоги. Мы я помогу. Вратаря, когда нас били наемники. Говорят, что им информация нужна. Но я-то знаю. Перестреляют они нас. Как скажешь, Мишель. Сразу садимся вот сюда примерно. Ни хрена отсюда не видно. Оп-оп-оп, идет. Хорошо. Они идут за нами. Вечный, останови их. Постараюсь. Идем скорей, пока никого нет. Ты, мне кажется, ты должен это три раза сказать уже. Может, там
тоже вроде никого не... А, нет, там есть один мужик. Он сейчас заспавнится. Вроде как. Или нет? А, ты сразу... Ну да, иди уже там до моста сам дойдешь. Я тут тайник полутаю пока. Недалеко. Поэтому... Вот так, да, аптечки. Ну, как стандартный, кстати. Тайник. Нужно поискать этих лунтиков. Потому что дроп нам всегда понадобится. Вот эти пацанчики. Так, хорошо. Это я лутал уже, вот это не лутал. Все, можно уже идти, потому что сейчас он может далеко убежать. Не покоцало сильно пушку? Нет. Сложное задание, мать его. У меня осталась одна жарка, кстати. Сейчас пока перезарядка будет, она уже исчезнет. Угу. Не жалко картриджи. Пощелкаем, как возможно. Надо в центр аномалии попасть, то есть где у аномалии центр, надо туда навести фотик и попасть. Ладно, в жопу. Этих аномалий еще хуй вот еще будет здесь. Нам ни нахер не нужны. Эти, кстати, ушли с этим, да? К нему ушли. Он уже там до жарок должен был добежать. Вроде как. Угу, они с ним ушли. Не думал, что в солянке у меня выживут эти чуваки. Но все же. Ну что это такое? Аномалия жарко. Надо идти по одному. Аномальный паровоз? Иди первым. Когда я увижу, что ты дошел до конца, я пойду следом. Остерегайся огненных ловушек. Жением горячего воздуха, ты говоришь, да? Ну, я нормально так. О, а что там делает эта аномалия, мне интересно. Теперь нужно тут твари убивать, потому что они меня могут вполне спокойно зафигачить. Вот я не вижу их. О, вижу. Тут еще минимум два должны быть. Вполне мог оттуда откуда-нибудь выходить. Мужик, ты из стены вышел? Ну, красавчик. О, теперь у нас есть под операцию. То есть, кстати, их лучше не обыскивать, это все-таки зомби. Потому что долбануть нас может из-за этого. Кстати, советую вам, когда вы пойдете с янтаря обратно, запастить боеприпасами и прочим. Поймете. Вы поймете, почему. Не буду говорить сейчас точно, но... Морской еж. Пусть будет, что. Уже нам от этого определенно не станет, но пси здоровье мы теряли. Тут, кстати, наемник сейчас будут вроде. Вот тут вот. А вот это задание, кстати. Я вот одного не могу понять, ребят. Интересно, кругов нормально сейчас? Все с ним будет хорошо или что? Или нет? Придется реально постараться. Нужно как можно быстрее это пробегать.
заспавнились. Хорошо. Не представляете, сколько их здесь? Вы просто не представляете. Сколько их здесь? Их не два, как показывается на радаре. Чуть побольше. Один из них капитан. Что, бинокль вдруг уронил? С другой стороны еще идут. Одни аптечки сейчас сижу и юзу. Тут уже зона. Вижу. Хрена себе, как долго живут. Какого хуя он через дерево меня убил? Что за пиздец вообще, блядь? Прошу. Хорошо, что подаришь мне научный скафандр. Я этому безумно рад, но меня сейчас ждет более сложная задача. Оп, спаун. Заебись. Классно, я его увидел. Просто класс. Просто класс. В экзике, кстати. Так. Хорошо. Подарить им научный скафандр, говоришь? Кстати, тот, кого нужно по заданию убить. Вот этот вот. Видите, вернулся к майору. Смотрите на чат сейчас. Смотрите на чат. Какие-то они более толстые, эти пацаны. Видите, сколько они жрают патронов?
Этих не убили? И интересно, как в игре будет? То, что их убили, типа, или нет? Ой, ебать. Ух ты, тебя тут приперло-то. Тут у нас майор этот, мать его. Койот. Койот. Койот, мать его. Опа. Еще один бандюга. Ой, ой, зря. Очень зря, что я сохранился. Ну, сейчас посмотрим, ребят. Сейчас, кстати, нам тоже ожидает. Ну, почему патроны постоянно меняются? Сколько у меня бронебойных? Получил сигнал с янтаря. Вроде там мародеры сталка завалили какого-то. Вот суки. Вот именно, вот суки. Воу. Какая картинка. Так, сейчас у нас тут бандос. Вот первый бандос. И второй. Их три всего. Где третий? Нет, всего три. С бомбой вместе. Ой, то есть с трупом вместе. Так, тайник у нас, да. Кстати, там тайники не обыскал, но и хрен бы с ними. Интересно. Псевдосучка, ты откуда, блядь, взялась? Тварь такая. Про это я и говорил. Их два или один здесь? Ой, там еще один. Бармен, привет. Я на янтаре. Тут два подлога. Семенов, да, все-таки. Получилось, что его убили. Что его убили. Буду жив, рассчитаюсь с тобой. Вот номерок. 8-911-568-32-44. Сделает. Мы все от этого зависим. Как у меня тогда тоже был такой глюк. Лечится вот так. Мы уже дам. Так. Ну ладно, купим 50 штук арт-мод. Гусеницу, чтоб. О. Нормально так, аккумулятор. О. Беру все. Ибо они нужны при всего. Давайте проверим кое-что. Сохранюсь еще раз и загружусь. Если они будут, то я еще куплю. Да, они есть. Неплохо. Но брать не буду. Главное, знаю, что они у него продаются. Ох ты. Кстати, смотрите, какой, что у нас с весом. А, ну да. А бомбу тебе можно продать, друг? Можно. Хорошо, значит, я тебе их и продам, друг. Все бомбы, какие у меня есть, я тебе продам, ибо они весят немало. А мне они особо не нужны. Вот тебе, друг. У тебя теперь бомбочки появились. Что вот это? О, 300 тысяч.
4. What the... Вышел, называется. Ладно, мы сделаем проще. Сначала все очистим, нах. Все территории, и ту. Потом уже будем заниматься всем этим. Делом. Где второй друг? Ладно, давайте, во-первых, сходим за тайником. Даже несмотря на карту, скажу, где он находится. Вот этого я не ждал. What the fuck? Ладно. Чё гоните что ли? Ну ёбаный в рот, ну зачем так близко делать аномалию, ёпта? Где эта чертова химера? Вообще, где сейвы-то? Столько сейвов сделал за последнее. О! Так, на инвентаре. Вот это уже новый тайник. Тут я уже не знаю, где он. Вот это? Вот это? Нет. Знаю, где он. У меня такой же выпал, кстати. Тогда. Подруга у нас сдохла. Вот не надо. Ёб твою мать! Пиздец просто. Странно это все. Сейчас в другом месте будет уже, да? Сейчас всех тварей будем зачищать. Сюда я напрыгнул. Кстати, интересно, что будет? Мы можем сюжет скипнуть, если как-нибудь сюда залезть смочь.
Нет, тут ты не скипнешь. Я уверен, что 100% можно найти способ, как скипнуть это можно дело. То есть 200% вам даю. Вот уже почти способ получился. Я просто бьюсь в угол. Ну, не знаю. Нет, 100% можно, но... Допустим, давайте проверим одну интересную штуку. Где костюм? Куда он девается, когда я его выкидываю? Во! Идеал. Заебись. Прощай, костюм с тобой было. Хорошо, ладно, ребят, на этом мы закончим. Спасибо всем за внимание. С вами был Сэнчес. Всем до встречи, пока.